теперь поехали.
walsen. Пойдем гулять. Музей тут, походу, закрыт. А вот парк какой-то открыт вроде. Люди гуляют. Как-то не парится по поводу всякой эпидемии. Хорошо. А мы все-таки будем обходить их. Social distancing. Инструкшенс повесили. 2 метров. Alright. 2 метров. Sounds good. Скамейку сесть, но дед меня опередил. Там еще одна есть. Так, еще одна подбирается. Не успеет останавливаться. Вот дальше есть. Слава богу. Сейчас я ее займу. Я сижу, обедаю. Вот он гуляет, наслаждается природой. Привет. Тут цветочки. Мне, наверное, понравится. Цветочки. Ну, таскаться не надо. Хоть в руках нести. Империалистом. Здесь народ гуляет. Рейсом кружка гуляет. Карантин. Карантин нет, не слышно. Квартирки, да? И не нужна нам больше Тауэр, что хрен тут кто что пройдет. 500 лет назад, по-моему. Видите, вот там форт или нет, вон пушки торчат. Это как раз форт и есть, как он говорил. Кстати, все кафе закрыты, детские площадки с ленточками, то есть закрыты. Там все гуляют. Все кафе закрыто. Кстати, слышно русская речь, польская, еще какая-то восточноевропейская. Много наших братьев славян здесь. Красивый парк. Но он закрыт. Туда нельзя сейчас. Там только уткам можно. Thank you.
красивый пруд. Куда нам можно? А утки здесь не хотят плавать. Пойти тут. Экран для детей сделал. Вот. Прогулочка закончена. Кстати, вот этот заплеванный зеленый дом. У него очень прекрасный вид из окна, кстати говоря. Должны быть элитные квартиры с трусами, висящими на балконе. Это мой мотик. Вроде бы цел, невредим. Ну что, поехали домой.